Итак, я вас собрала для того, чтобы мы с вами наконец-то ближе познакомились. Опять же, в Гугле я нашла новую суперинтересную игру. Даниэль, не понимаю, почему такой странный смех. Деньги опять зарабатывать будем. Деньги, возможно. В общем, так, берешь лаваш, там написано, набираешь воду в рот. И берешь потом, по-моему, вот так делаешь вот так. Кто-то кого-то там выбирает, за волосы дергает. И потом лавашом бьют по щеке. Ну, думаю, вы меня бить, конечно же, не будете. А между собой почему бы и нет? Неправильно говоришь. Не такие здесь правила. Не ты их придумала, не тебе решать. Правила играть на СУЕФА. У кого попадет меньше, того бьют. О, привет, тетя! Валентина Ивановна, вам сегодня очень даже повезет. Я предупреждаю, что меня бить нельзя. Можно. Конечно, тебе не повезло. Правило есть правило. И сегодня я на вас оторвусь на всех. За испорченную свадьбу сегодня все вам капец. Какая свадьба? Да и вообще меня на этой свадьбе не было. Я ничего не портил и торт не кушал. Так, с тобой в команде я, короче, быть не хочу. Возьму Дарину, потому что она слабая. Ах так? Слабая я, значит? Ну смотри, Даниэль, если ты будешь меня легонечко бить, то и я тебя буду легонечко бить. Но если вдруг ты меня ударишь сильно, ух, как ты увидишь мою силушку богатырскую. Знаешь что, Дарина, а если б я была с тобой в команде, я б тебя так лупила, тебе мало вообще не показалось. А знаешь почему? Потому что ты все наши деньги на себя потратила. Вон тебе пиджак новый купила, а я как стояла без куртки, так и стою. Прости, Анечка, но ты сама виновата. Мы с тобой вдвоем стояли, я тебе предлагала померить пиджак, а ты не захотела. Ну а мне, как ты видишь, он к лицу, поэтому купила его себе я. А ты сама виновата. Короче, иди ко мне. Знаешь, почему ты раздетая? Почему? Потому что вот эта барышня все деньги тратит только на себя. Это я знаю, да. Жалеет на всех, на себя только не экономит. Угу. А вспомни мы ей свадьбу, и прическу, и жениха, который от меня убежал. Серьезно? Бросил, уехал в Египет. А из-за чего? Они что натворили опять? Очень красивую прическу мне сделали. Глаза так накрасили, что ужас, маршрутку даже не пустили. Боже. И теперь я тебе подарю вот курточку, а ей нифига мы не дадим. Пожалуйста. О, спасибо большое. Не мерзни. Ой. Спасибо огромное. Вот, все. Давайте теперь будем вместе в команде. Да, будем в одной команде. Все, и мы их сейчас как отдубасим. Да. Данилька. Данилечка. Что? Понимаешь, что такое дело? Но мы же все-таки с тобой в команде, правильно? Мы с тобой друзья, как-никак уже знакомые люди, близко довольно-таки общаемся. Ну ты понимаешь, давай тут не будем. Валентина Ивановна, вы нам даже поможете, да? Вы нам помочь хотите? Я ведущая. Ну, пожалуйста. Скажи честно, Дарина, мы действительно тогда испортили все, что могли. Валентина Ивановна. Еще 10 тысяч долларов куда-то пропало. Это не я. А кто? Лера. Лера? Да. Не знаю, она очень злая, я думаю, будут проблемы. Пожалуйста, если что, вы нас защитите. Да нет, мы с тобой, если что. Ваше дело их рассмешить. Да, хорошо. Смысл-то один, вода во рту. Кто засмеялся, тот лавашом получает по лицу. Ха-ха. Из-за этого, как сказала вот эта прекрасная девушка, мы играем на СУЕФА. Я так рада, что мы с вами в одной команде. Несцы, прорвемся. Мы их насмешим, а они нас нет. И они от нас... Получат по полной программе. Да. Ну, конечно, такое. Не ожидала. Даниэль, ты с Дариной, я думаю, победите этих. Конечно. Сильных дам. Да. А кто купил? Это же вообще даже не лаваши, это же пицца, блин. Блин. Не блин, а пицца, блин, называется, Дарина. А. Пойди. Ну, скажу честно, по... Думаю, будет больно. Но не смысл надо. Один. Мы набираем воду в рот. Ну, СУЕФА сначала, конечно. И потом... Блин! А вы не против, если я буду первая? Я хочу Дарину выбрать и ей навалять. Конечно, не против. Оторвись на ней по полной. И показывай камень. А, хорошо. Она проиграет, это точно. Хорошо. Дарина, выходи. Все, давай. Меня подержи. Да, конечно. Так, Дарина, воду давай. Вода. Тут вода. Аня и Дарина набивают полные рот воды. Давайте быстро. Дарина, давай. Главное, так, не выпить. Девочка, это шутка. Полный рот воды. Полный. Главное, воду не, ой, не выплю. Полный рот воды. Дарина, не выплевывай воду. Не воздух, а воду. Аня, не пить, а набирать. Угу. Так, берем по блинчику. Угу. Я сейчас отхожу. Вы играйте на СУЕФА. Угу.
Ты что, уже? Ура, проиграла, Это не считается пока что. Покажи еще раз, потому что это, она же не полную выиграла. Есть камень, ножнички, бумага и колодец. Понятно? Колодец, в него проваливается камень, ножницы, а бумага его накрывает. Понятно? Ножницы режут бумагу. Все понятно? А камень придавливает. Проваливается. Все, я ухожу, вы начинаете! У тебя все получится, Дарина! Дарин, у тебя получится! Давай, давай! Давай, ступай, бегом! Нет, она не полная! Она не полная выплюнула! Давайте, камень, ножницы, бумага! Давай, я Смотрите, я буду говорить! Мы сейчас ее дисквалифицируем! Ее! Нет, твою! Нет, твою! Камень, ножницы, бумага! Камень, ножницы, бумага! Раз, два, три! Камень, ножницы, бумага! Раз, два, три! Нет! Yes! Yes! Камень, ножницы, бумага! Раз, два, три! Камень, ножницы, бумага! Раз, два, три! Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Давай, давай, сильней, сильней. Сложи его пополам. Разошлись. Мне не нравится. Вы выплюнули половину воды, надо набрать полный рот. Из-за этого у вас ничего не получалось. Все. Сейчас вступают другие ваши люди из команды. Выходит девушка, которая с Аней и Даней. Вы же меня не будете сильно бить, я вас не красила. Это уже заполучится. Давайте, выходите. Давайте, вы сможете. Стоп, становитесь, полный рот воды. Держи. Не надо было соглашаться на это. Давайте. Да что ты смешишь мою эту... Сначала начинаем ровным блинчиком. Суефа, помните, да? Я выхожу, и так, игра начинается. Ножницы, подождите. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Вы уходите в сторону. Ну ладно. Так, что такое? Вроде бы простая обычная игра. Все в ТикТоке я смотрела играют. Подходите ко мне, Аня, давай. Все. Так. Это полная дисквалификация. Еще такого не видела. Да. С первого раунда. Расслабься. Мы выиграем. Мы победим. А все будет хорошо. Да нет, подержи, пожалуйста, свою команду. Иди. Давай. Можете мне дать? Да, я не буду пить. Все будет окей. Я собирала спицу еще делать. Ну, блин, нам просто... Блин, да. Так, девочки набирают воду. Не забывайте суефа. У тебя все получится. Спасибо. Все будет отлично. Главное, посильней, Валерия. И главное, если... Полный рот набирает. Не плюй. Полный рот набрали. Все, я закрываю, я ухожу. Не хочу вымазаться. Вы начинаете, когда я... Раз, два, три! Камень, ножницы, бумага! Раз, два, три! Камень, ножницы, бумага! Раз, два, три! Давай! Опа! Yes! Камень, ножницы, бумага! Раз, два, три! Камень, ножницы, бумага! Раз, два, три! На-на-на! Полегче! Камень, ножницы, бумага! Играешь остатком! Камень, ножницы, бумага! Раз, два, три!
Собака, раз, два, три. Ребята, выпила, я выпила. Был звук. Камень, ножницы, бумага. Я же выплюнула, у меня половина нет. Все. Стоп, 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 стоп. У нас получается что? Анька, Анька, это я... А перед этим у нас победил кто? 1-1. Даниэль не выплюнул воду, а тут Аня не выплюнула. Там я первая выплюнула, Даниэль остался. Значит, 1-1, да. А вы почему-то блины портите. Лаваш улетел. Итак, следующая команда подходит. Давай, женщина, давай, которая все, за Анну не выплевывай, и Даниэль. Не выплевывай. Давайте, у вас все получится, я вас уже веду. Конечно, все будет отлично. Сейчас дадут, сейчас дадут. Но главное, не смейтесь, хорошо? Даниэль, ты готов. Набирайте в рот воду. Ну, сейчас я жду. Ну нифига себе! У вас весовая категория. А, не плевать. Так наоборот. Давай, все, 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 все. Так, и давайте хотя бы продержите хоть чему. Я смотрела, люди там держатся. Не смейтесь. Не тихо, пожалуйста. Тихо. Даниэль! Даниэль! Люди там держатся очень долго. Нельзя! Проиграем! У вас какая-то странная вообще парочка получается. Тихо, тихо, ты офигела! Не смеши мою жизнь. Меня вообще только нельзя, и рефери. Успокоились. Давайте. Так, кто хочет писать, писать прямо здесь. Ура! Олечка, Даниэль! Правила были другие, я смотрела. Так не работает. Есть, смотрите, у каждого этот лаваш, и все играют на суефа. Мне не нравится, что вы просто деретесь. Сейчас мы разделяемся на две, меняемся местами, Дарина с Аней. Мы набираем дружно воду в рот, и потом играем на суефа, и по очереди друг друга бьем. Вам понятно? Да! Давайте на этот раз по-нормальному. Давайте. Полон рот воды. Я слежу. Я тоже слежу. А воды не останется в песку. Набирайте полный рот, пожалуйста. Все? Угу. Смотрите, у вас есть 4 последние штучки. Давайте этот раз отыграем нормально. Угу. Потому что почему-то все люди делали хорошо и плохо. Угу. Даниэль, отдай, пожалуйста, вот только что у тебя было. Не мукаем, а держим нормально. Воду пить нельзя. И сейчас все дружненько. Я буду отходить. Вы ручки дали по одной на суефа. Приготовили? Вот. Я ухожу, а вы по-хорошему играете. Все, больше ни одной игры проводить не собираюсь. Вы сейчас быстро все убираете из этого, что было, пиццу готовить. А кто придумал, тот и убирает.